Всем привет! Меня зовут Максим, я менеджер компании Larte Design. Мы с вами прилетели в город Сочи к официальному автосалону Mercedes-Benz ABS Сочи, чтобы преобразить внешний вид спортивного, мощного и элегантного автомобиля GLE 2020 модельного года. На данный автомобиль мы установим наш элегантный комплект Winner. Нам предстоит установить накладку переднего бампера со сплиттером, спойлер и диффузор заднего бампера, который оснащен насадками на глушитель и двойным стоп-сигналом. Перед нами стоит задача – воплотить внешний облик автомобиля, придать ему более выразительный, агрессивный, спортивный вид. А пока наш мастер устанавливает комплект на автомобиль, мы у Марьян узнаем, как и где провести время в дилерском центре Mercedes-Benz ABS Сочи. Привет, Максим! Мы находимся на третьем этаже дилерского центра Mercedes-Benz в уникальном ресторане «Мисс Сочи». Жемчужина ресторанов – фантастическая терраса площадью 600 квадратных метров, откуда открывается завораживающий вид на горы и лучшие пейзажи Сочи. Площадка «Трансформер» – 500 квадратных метров. Что это означает? Это значит, что зал масштабируется от 50 человек до необходимых размеров и может вместить до 450 гостей в формате фуршет. А кухня ресторана европейская и авторская. Вполне возможно, у вас при просмотре данного видео возникло три самых основных вопроса, часто задаваемых, кстати, в соцсетях. Я читаю постоянно комментарии. Первый вопрос – это, конечно же, стоимость. Сколько все это дело стоит? А стоимость всегда формируется из трех основных факторов. Это первый момент – модель и марка автомобиля, год автомобиля. Второй – какой комплект наш клиент хочет, полный комплект или какие-то отдельные элементы. И третий, немаловажный фактор – это из чего будут произведены детали – карбон или черный глянец. Второй вопрос, не менее важный и также часто задаваемый – это, конечно же, сроки выполнения данных комплектов. Срок у нас всегда один. Сам производство самих деталей занимает от 7 до 10 рабочих дней, ну, это 2 недели получается, а сама установка на автомобиль – это 8 часов. Что это значит? Через 8 часов после того, как вы к нам приехали в наш установочный центр, вы забираете автомобиль уже готовый. И третий вопрос, часто замечаю я его в комментариях, это гарантии. Какие гарантии мы даем и что дальше происходит. Также давайте разберемся. Автомобиль остается всегда на заводской дилерской гарантии. Он ее не теряет после установки нашего комплекта. А на наши детали мы всегда даем 2 года гарантии. На сами изделия, 2 года на установку, год на лакокрасочное покрытие и 1 год на светодиодную оптику. Все ссылки наших соцсетей будут в описании этого видео. Перед нами завершенный внешний вид автомобиля Mercedes GLE. И давайте разберемся, что мы на него установили. Автомобиль уже готов, и более подробно про автомобиль нам расскажет менеджер автосалона ABS Auto Sochi Антон. Данная модель представлена в комплектации Blackline и оснащена 3-литровым дизельным двигателем мощностью 330 лошадиных сил, а также системой постоянного полного привода и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией 9 G-Tronic, пневматической подвеской с адаптивным контролем устойчивости. Данный автомобиль, благодаря своему элегантному и одновременно брутальному дизайну, прекрасно подойдет как мужчинам, так и девушкам. Автомобиль символизирует собой успех, уверенность, обеспечивает устойчивость на любых абсолютно покрытиях и динамичное движение на трассе и в городских условиях. Антон, спасибо. Хороших вам продаж. Спасибо. Ну а я вам поподробнее сейчас расскажу о проделанной работе. Учитывая то, что автомобиль в белом цвете, накладка переднего бампера выполнена в черный глянец, что придает более эффектный вид автомобилю. На передние крылья мы установили аэродинамические накладки, что уже придает автомобилю более спортивный вид. Теперь давайте более внимательно рассмотрим и познакомимся с задней частью автомобиля. Взамен штатного оригинального диффузора мы установили уже наш Larte Design. Диффузор оснащен насадками на глушитель, а фишка данной детали – это двойной стоп-сигнал по центру. И в завершение я хотел бы вам показать наш спойлер крышки багажника, который также был установлен на данный автомобиль.
Величественный и сдержанный внешне, он всегда готов к мощному рывку вперед, чтобы произвести неизгладимое впечатление и продемонстрировать характер настоящего лидера. Делитесь своими впечатлениями в комментариях под этим видео. Оставайтесь на связи. Всем пока!